Лидер перуанской оппозиции Кейко Фухимори вышла из тюрьмы после 13 месяцев, проведенных в заключении в СИЗО. Фухимори – глава одной из крупнейших влиятельных политических партий страны «Народная сила» и экс-кандидат в президенты республики, была помещена в камеру предварительного заключения в октябре прошлого года. Она проходит подозреваемой по делу об отмывании денег, которое связано с незаконными схемами бразильской строительной компании «Одебрехт». Следователи предполагают, что во время предвыборных кампаний 2011-2016 годов Фухимори и ее партия незаконно получили от бразильской фирмы и нескольких крупных предпринимателей более 1 миллиона долларов. Приговор по этому делу суд еще не вынес, так что возвращение Кейко Фухимори в тюрьму не исключено.